что удалось, что не удалось. Любой тренер всегда найдет какие-то недостатки. Что вам не удалось или такого не было? Ну, сегодня тот случай, когда не хотелось бы искать недостатки. Естественно, мы приедем домой и проанализируем матч уже. Посмотрим. Совершенно верно, вы говорите, всегда невозможно быть всем довольным. Были моменты, которые нам нужно исправить. Мы это сделаем в кратчайшие сроки. Ну а так, в принципе, мы довольны результатом и довольны качеством игры, которое сегодня показала команда. Для вас Астрахань не то чтобы не чужой город, но здесь была прошла часть футбольной карьеры. Когда вы последний раз были до сегодняшнего визита в этом городе? Да, на самом деле Астрахань – это тот город, который я всегда с теплотой вспоминаю, потому что я играл сам здесь, и у меня много приятелей остались с тех времен. В прошлом году мы приезжали сюда уже с факелом. К сожалению, та поездка немножко неудачной оказалась. Вот, ну, вот сейчас это получается второй раз, наверное, за последние лет 15 я здесь оказался, и на этот раз мы возим отсюда положительные эмоции. Сегодня вы разговариваете с журналистами, эта функция обычно выполняет главный тренер, его нет в Астрахани, есть официальная информация, приболел. Что точно, будет ли он, насколько это все серьезно? Да, вы знаете, ситуация непростая, поэтому я сразу хотел бы сказать, что этот матч мы играли для всех ребят, которых с нами нету. Этот матч мы играли для главного тренера, у которого недомогание. На самом деле мы надеемся, что ничего серьезного нету, и уже ближайший календарный матч он будет с нами. Группа игроков у нас пропускала тоже матч по разным причинам. У кого-то повреждения, кому-то дали восстановиться, потому что сложный график. Мы эту игру играли для наших болельщиков, для наших руководителей, руководителей клуба и руководителей региона. На самом деле сейчас очень непростая ситуация в Воронеже, потому что болельщики не могут прийти на стадион. Вот. Посмотреть матч любимой команды нас всегда очень круто поддерживают, поэтому эта победа тоже посвящается им. И мы надеемся, что все-таки в ближайшее время разрешат зрителям вернуться на стадион, потому что нам очень не хватает их поддержки. Матч был эмоциональным и жестким, никто никого не щадил. 10 желтых карточек, Волгарь закончил без двух футболистов полевых. Вы в полном составе, но тоже очень много желтых, и там они будут пропускать. Чем вызвана такая игра и... жесткость не привела ли к каким-то микротравмам, может быть, в вашей команде? Но начнем с того, что Волгарь, не надо недооценивать, очень хорошая команда. Мы общаемся хорошо с тренерским штабом Волгаря. Мы прекрасно понимали их силу, и на самом деле команда это подтвердила, обыграв на выезде очень хорошую команду «Балтика». Мы проанализировали, и мы понимали, что нам просто не будет. Были моменты, которые, на мой взгляд, но не обязательно было давать желтую карточку, потому что явной такой, знаете, подлости, грубости такой специальной не было. Ребята, конечно, все старались максимально жестко действовать в единоборствах. Естественно, у нас в раздевалке есть, ну, то, что я сейчас увидел, есть микроповреждения, есть ссадины, есть кровь, но это часть футбола. А обоюдоострая игра такая жесткая была, потому что и нам, и сопернику нужны были очки. У нас, к сожалению, два проигрыша подряд были. Мы не могли сегодня не отреагировать на те поражения. Но Волгарю, естественно, нужно набирать очки, чтобы подниматься в турнирной таблице. И я думаю, что матч удался с точки зрения динамики, борьбы. И, к сожалению, результат для хозяев отрицательный. Но им не должно быть стыдно за футбол, который они сегодня показывали. У вас много футболистов, которые пока знают только именно футболистов. Возможно, в будущем будут знать и более широкий круг болельщиков и журналистов. Один из них забил, он был в прошлом году лучшим бомбардиром, по фамилии Разборов. А другой, который забил уже 7 голов, сегодня не забил. Перспективы этих молодых людей и какая, помимо турнира, задача у вас, как у тренеров, стоит задача, может быть, руководство какое-то стоит раскрывать? Да, у нас, естественно, как у тренеров, главная задача – это сделать футболиста сильнее, раскрыть его потенциал. Это независимо от того, какие стоят задачи перед клубом. Всегда мы работаем для того, чтобы футболист стал сильнее, смог проявить свои лучшие качества. И если, дай бог,
команда двигается наверх, то он двигается вместе с нами. Если он перерастает нашу команду на каком-то этапе, то он имеет предложение от грандов российского футбола. Поэтому у нас помимо результата есть задача развивать футболистов. И мы доверяем им. У нас, несмотря на то, что большая группа игроков не смогла сегодня принять участие в матче, ребята вышли и хорошо сделали свою работу.